США просят всех союзников, в том числе Турцию, убедить Иран ослабить напряженность на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол США в Анкаре Джеффри Флейк в интервью агентству Reuters. По его словам, турецкая сторона прилагает все усилия, чтобы предотвратить эскалацию. «Похоже, они даже более уверены, чем мы, в том, что эскалации удастся избежать», отметил дипломат, подчеркивая важную роль Анкары в региональной дипломатии. Отметим, что это заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности международного сообщества ситуации на Ближнем Востоке. Накануне Белый дом распространил заявление о том, что США совместно с Великобританией, Германией, Италией и Францией призвали Иран отказаться от постоянных угроз военного нападения на Израиль. В документе особое внимание уделяется вопросу освобождения израильских заложников. Иран рассматривает призывы Берлина, Лондона и Парижа к Тегерану воздержаться от военного удара по Израилю в ответ на смерть главы политбюро Хамас Исмаила Ханьи как поддержку терроризма.